Знижение узровню злочинности на Могилёвшине или повелишение колькости особных категорий супрацьправных деяний – это означали на коллегии прокуратуры в области, где подводились выники работы у першем полгоде, что правоохранники могут занести в актив, а над этим еще треба працевать, ведают наши корреспонденты. У первом полугодии на территории в области назирается снижение уровня злочинности. У нас уменьшилось количество преступлений, повторных, скажем так, рецидивной преступности, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Уменьшилось и существенно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Вымогательств меньше, тяжких преступлений, связанных с причинением гражданам тяжких телесных повреждений. Досягнением лічаць правоохранники поменьшение амаль на 2,5 сотни колькости крадяжов. У попередние годы отзначался только рост этого вида злочинства. Разом с тем узросла колькость забойств, разбоев, хулиганства. У сферы незаконного обращения наркотиков и психотропных речевов есть становчая динамика, але это не значит, что проблема вырашена. Вот та ситуация, которая имела место еще в прошлом году, вот помните, когда эти психотропные вещества появились, я имею в виду курительные смеси, у нас несколько ситуаций, можно сказать, стабилизировалась. Ну, конечно же, это же преступления такие латентные, их надо раскрывать, выявлять. А прокурор в области лечит, что у этом накерунку повинны активизовать свою работу органы внутренних справ и участок профилактики и в плане оперативно-вышуковой деятельности. Татьяна Сергеевич, Сергей Крапяков, Александр Тарасов, Новин регион.